Привет, волчонок! Присаживайся поудобнее, ведь сегодня я стану самым настоящим ребенком! Да, волчонок, именно в этом видео ты увидишь самого капризного, самого избалованного и очень громкого ребенка на всем белом свете! Да, если кто-то не понял, то это я, избалованный ребенок. А также именно в этом видосе ты увидишь, с какими проблемами столкнутся мои друзья! Ведь я же ребенок, и за мной надо присматривать и заботиться, и даже менять памперсы. В общем, друг, смотри этот видос до конца, чтобы узнать, смогу ли я стать обратно взрослым человеком. Или же я навсегда останусь мелким волчонком? Не дай бог. И, кстати, давайте в честь такого крутого ролика наберем 30 тысяч лайков. Ну вот даже маленький ребенок Флейзин просит вас поставить лайк. Ну что ты, друг, ну тебе что, лень поставить лайк? Ну, я сейчас заплачу, если ты не поставишь лайк. Я тебе дам 5 секунд, чтобы поставить лайк. Раз. Два. Три. Четыре. Ой, я вижу, что ты поставил лайк. Все, спасибо тебе, волчонок. Я больше не буду плакать. Ну а так, я желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы погнали! Блин, вот гелик или не гелик? Вот, может, все же гелик, а может, не гелик или гелик, ну, или смотри, не гелик. Ну смотри, сейчас приедем, и выбор будет хороший. Можешь выбрать себе чего угодно. Это да, но я просто думаю, вот гелик у меня уже больше года, мне кажется, на канале. Я вот думаю, может, что-то новенькое взять, там, сменить. Ну, кстати, или... о, прикольная идея. Как раз в автосалон заедем, и там же будет как раз гигантский выбор разных автомобилей. Типа разные марки. Кстати, и может, даже приглянется что-то поинтереснее. Блин, ну это да. О, смотри, мы как раз-таки подъезжаем к автосалону. Смотри, сколько там тачек! Нифига себе! Вот это пушки! Кстати, это самое. Всем привет, волчата! С вами, как обычно, Паша, Блейзин, Ляха, Джел. И, ребята, мы приехали в автосалон, ну, чтобы посмотреть новые тачки. Офигеть! Всем здорово, чуваки! Да, ребят, вы посмотрите, тут это Порш, смотри, какой крутой у меня раньше. Ой, как такой. У тебя был тоже. Да, да, да. Так, какая-то развалюха. Кабриолет может купить. И это Роллс-Ройс. Да какой кабриолет? Нет, посмотри, Роллс-Ройс. Это же, у него двери в разные стороны, да, открой, смотри. Вот это там прикольно. Дверь. Да я не ломал, это так открывается. Блин, прикольно. Так, ну-ка, это какая-то развалюха. Ладно, пошли, короче, в автосалон. А внутри еще круче тачки. Нифига. О, смотри, как раз-таки мой новый гелик. Офигеть, ребята, вы посмотрите, это, блин, моя тачка, только она белого ой, света. Ой, какой красивый. Слушай, да. А тут еще, смотри, есть Тесла, она же на автопилоте, она же тоже крутая. Точно, ребята. Да, ну, да. Ну, хотя и Ламборгини, это самый быстрый кроссовер, насколько блин, я знаю. Блин, а что, лучше, типа, то, не знаю, я лапа? Не знаю, либо на автопилоте взять тачку, либо на самую быструю посмотри, тачку, либо такой же гелик. Ну, гафар есть у него? Да, так посмотри, тут это BMW крутая, смотри, зеленый цвет такая. Ой, диски у него крутые, блин, тут крутые вообще тачки, Mercedes, GTR офигенные. Так, тут у нас, о, Леха, иди сюда, ой, что ламборгини ремонтируется? Может, это самое, себе такую лампу возьмешь? А что она на подъемнике, она может сломанная? Не знаю, может, да, ну что, это все равно, пофиг, это возьми себе такую лампу, она крутая. Фига себе, потом чинить ее, ну, прикольно, прикольно. Ладно, так, вот, блин, что бы взять, ребят, я вот просто не знаю, я вот думаю, взять либо такой же старый вот гелик, да, как бы, либо же, ребят, что-то новенькое, например, еще на пилоте Теслу можно взять, или ламборгини самую быструю тачку. Либо Теслу, либо лампу, либо вообще гелик. А что из этого брать? Что лучше? А вот это надо определяться. Блин, ребят, вот мои подписчики, я знаю то, что вы разбираетесь прекрасно в машинах, и вы сможете мне помочь. Ребят, напишите в комментариях, что мне купить. Какую машину? Ламборгини, Урус, такую крутую, серого цвета, самый быстрый внедорожник в мире, Теслу, который, ребята, на автопилоте, самая умная машина в мире, ну и, конечно же, бандитский белый гелик, ну, который у меня раньше был. Ребят, реально, напишите в комментариях, и за кого больше голосов будет, ту тачку я и куплю. Будет там, например, больше ламбы, я куплю ламбу. Будет там больше Теслы, я куплю Теслу. А вот будет, опять же, больше геликов, я куплю гелик. Ой, блин, ребят, вот только я не знаю. Мне вот что-то вот нравится Тесла и нравится ламба. А гелик уже как-то, не знаю, как-то отвык. Ну да, на нем накатался кучу уже ну, времени. Да. Ладно, так, хорошо, ребят. В принципе, давай тогда забронируем эти тачки. Здравствуйте, сэр. Слушайте, мы бы хотели тут забронировать три машины. Давайте, Гелендваген, Теслу и это самое, и Ламборгини. Ну да. Ну, ну да, чтобы короче время не купили. Да. Вот можно так сделать? Три машины? Ну это надо посчитать. Да, 10 тысяч долларов стоит бронь. О, 10 тысяч баксов? Ну ладно, тогда вот
держите это самое. Тогда чтоб их никто не купил, это отвезите. Я, наверное, в этом месте что-нибудь точно куплю. Ладно, Лех, все, мы тут посмотрели. Что там, давай. Посмотрел все тачки, там, может, что-то тоже хочешь да, купить? Да, не, ну тут все вот посмотрели мы уже. Ну, ладно, короче, тогда пошли это самое машину, поедем домой. Ну, ребят, напоминаю, пишите в комментариях, вот что взять. Теслу, гелик или же Ламборгини Урус. Да, будет очень надо интересно обдумать писать эту идею. Да-да-да, ребят, ну а пока что мы едем домой. Блин, ну у Теслы есть автопилот, по сути, и я смогу не водить машину, но... Ну блин, да. При этом Ламборгини, она очень быстрая. Очень быстрая, очень. Ладно, у меня сейчас денег нету, в принципе, буду собирать это, и потом уже... Как раз чуваки в комментариях напишут. Решу. Ну, кстати, да, ребята, это напоминаю, пишите в комментариях, что мне взять. Лёх, нас... Погнали. На газоне. Подожди. Эй, молодой человек! Что такое? Вы, может, что-то попутали, как бы вы сойти на чужой территории. Здрасте. Эй, алло, гараж. Смотри, в очках какой-то. Эй, вы можете уйти отсюда? Господи, ненормальный, короче, Лёха. Понятно, это бывают такие чуваки в районе. Да, вообще ненормальный какой-то. Ладно, ребят, давайте. Чего? Это мне? Это вы нам или... Да-да, идите сюда. Сюда. Так, Лёха, идем. Давай. Идем. Что такое? Вы уйдете все же, да, с газона или... Да не. Ну, чуваки, у меня есть для вас напиток. Напиток хотите, а? Чё? Какой напиток? Вы издеваетесь? Мы напиток можем и в магазине купить. Зачем от какого-то незнакомца нам на... Да не, подожди. Напиток-то необычный, волшебный. Он даст тебе суперспособность, как у супергероя. Будешь летать. Чё? Там... Супер! Я тоже хочу дать такой зайти. Я тоже, да. Два штуки есть? Да, две штуки, давайте мне и Лёхе. Подождите. Две штуки у нас нет, только одна бутылочка маленькая. Дайте еще. Дайте нам, ну, ладно, Лёха. А много стоит, дорого? Кстати, да, дорого стоит вообще. Да ни хрена, пацаны, бесплатно дам. Бесплатно? Нифига. Лёх, короче, на двоих поделим там это, один глоток ты, другой. Да, ну типа будем два супергероя. Давай пополам выпьем, будем наполовину супергероями. Ладно, это самое, ну давайте, напиток, только почему в черном? Да ладно. На, держи. Так. Все, Леха, я взял напиток, ты прикинь. Че? Как он пропал? Ты видел? В смысле, я видел? Что? В смысле, куда он делся? Эй! В смысле, тут ничего нету. Как это понимать? Это ниндзя, походу, какой-то. Это реально какой-то что ниндзя. Что за ниндзя был? Офигеть. Ну как, он тут, может, спрятался? Так, ну-ка я мужик. Глоточек сделаю. Вкусно. Ой, я какой угловой. Вроде бы никого нету там. Ты что, офигел, что ли? Я тут... А ну, брось! Ты все выпил! Да, ты а сейчас... мне половинку! Ну, прости, Лех, ну, я стану супергероем. Да я не хотел, я случайно да, там... Да. Там... А я кто буду? Да, Бэтмен теперь, значит? Ну, без суперспособностей, без всяких. Типа, да, я не знаю. Ну, смотри, это... Зато ну, есть все, и плюсы, да. Все, вот один сиди и пей теперь бутылку свою. Да как она... Да, и там ничего же нет. Ну, блин, ну, ладно, не расстраивайся, Лех, ну... Ай, блин. Ребят, обиделся. Ладно, хорошо, зато я стану супергероем, ребята. Вот это, вот, блин, кем бы я хотел бы стать? Наверное, Человеком-пауком. Так, я был в какой-то серии, так, о, я бы хотел стать этим Тором. Блин, так, который молнии там швыряет. Блин, вообще классно. Эй, супергерой, ну чё там, просыпайся, показывай свои суперсилы. Эй, кто это? Слышь, сопляк, ты чё тут делаешь? Что? Ты кто такой, сопля? В смысле, кто такой? Отстань от меня, блин! В смысле? Паша! Что, Паша? Это ты, да? Ну да, это я. Ты себя видел, посмотри на себя, кто ты? В смысле? Что со мной такое? Ты что, карапузом стал? Это, в смысле? Ты охренел, что ли? Что это? Что такое? Ты чё, зелье уменьшения выпил, что ли? Почему я такой? Что ты со мной сделал, Ты такой взял, лежал в кровати. В смысле? Почему я мелкий? Кротышка! Ты чё? Карапуз! Почему ты маленький? Почему ты маленький? Я не знаю. Суп это... Это из-за напитка? Это тот напиток был! А чё, суперсил-то нету, что ли? Я не знаю, я... Ну, прыгать это, летать не умею, ничего! Как хорошо, что его ты выпил, а не я! Я теперь нормальный! Ты помогай мне, чё мне делать? Чё ты карапузом стал? А я откуда стал? И что мне делать? Ладно, я предлагаю, одевайся, собираемся. В смысле, куда собираемся? В магазин, памперсы нужно покупать тебе, ты что? Ты чё уменьшился, карапуз? Я тебе сейчас сам памперсы куплю, ты чё? Нормально. Слушай, а чё теперь делать-то нам? Ты понимаешь, что у тебя проблемы? Я знаю, что у меня проблемы. Ты чё, офигел вообще? Что у тебя с голосом?
Что у меня такое, Саша? Ты чё? Все, забираемся, коляску покупаем, кроватку покупаем, будешь на полу жить где-то. Я не хочу, ты чё, офигел ты? Помоги мне лучше. Все, да чё помогать, я не знаю, что делать, не надо было пить напитки, понял, всякие неизвестные. Ой, ты что? Хватит плакать. Я сейчас маму позову. А что делать будем? Куда-то надо ехать или что? Точно, я поехала на машине, Какой поехал? Ты ж карапуз, полиция остановит, ты ж маленький. Ты забыл, что ли, себя посмотри? Мне все равно, я водить умею. Ты охренел? Быстрее машинка. Стой, тебя сейчас остановят, тебя в тюрьму посадят. Или меня посадят, то что, ребенок, выйди за руля, я должен быть за рулем. Я не выйду, все, я сейчас поеду. Иди сюда! Ой! Ты рулить разучился, ты педаль не дотягиваешься, вылезай. Я ничего не вижу. Лёха, спасай меня. Всё, я буду водить, теперь моя машина, тебе нельзя. В смысле, нет? Дядя Джел, а куда мы вообще едем? Это секрет, я же тебе сказал, сюрприз приготовил тебе в один магазинчик, для тебя. Я просто ничего не вижу, куда мы вообще едем и где мы находимся. Ничего не видишь? Ладно, это магазин подгузников тогда. Нет! Только не вот, я тебя обманываю, это не магазин подгузников. А что это? Я знаю магаз, как раз, который под тебя прям идеально подойдет для тебя. Идеально? Так, а что это за магазин? Это магазин ярмарка оружия! Игрушек! Игрушки где? Где игрушки? Где вот игрушки? Тут, смотри, где? Тут и комиксы. Это не магазин вижу. Комиксов, но тут и игрушки есть, короче. Нифига, магазин игрушек. Так, ну-ка. Не лягушек, игрушек. Тут можно музыкальные диски покупать, например. Вот тут комиксы про супергероев. Ты же любишь супергероев? Вот ты хотел стать супергероем? Видишь, ты коротышку стал? Будешь таким коротышкой. А Макс, кстати, вот таким сильным суперменом, например. Или зеленым. Это бравлер как будто какой-то. Играешь в бравл? Знаешь, какую игру? Бравл Старс, обожаю Боша. Вот, ладно. Короче, я знаю, что тут еще могут продаваться крутые игрушки. Слушай, мистер, а ты мне купишь фигурку вот этого суперменя, пожалуйста? Супермен? Нет, у меня есть кое-что покруче. Короче, я договорился. Видишь коробку? Так, вижу коробку, да и что? Я тебе даю коробку, чтобы ты в ней жил, короче. Это новый дом твой. Это мой дом! Я шучу, ладно. Это не новый дом. Смотри, раз, отойди подальше, чтобы бабушка трясла. Раз, два, три. Бью нафиг, на нафиг. Опа, разбил. Это что? Это мне. Это теперь для тебя тачка. Вот ты хотел на тачке покататься, катайся на такой тачке. Ламборгини такая. Она едет, она едет. Да, она едет, она электрическая. Дядя, дел. На батарейках. Дядя, дел. Я еду, я еду. Дядя, дядя, дел, она не тормозит. Она не тормозит, господи. Как ее убавить? Ой. Тихо, так аккуратненько, так все главное, по тротуару, аккуратненько, едем. Так все, ой, машинка, так сейчас я проскочу, так бип-бип-бип-бип-бип, так ну-ка, аккуратнее. Ладно, сейчас паркуй. Куда уехал? Опа! Я тормозить не умею. На больших машинах тебе точно нельзя ездить. Ты что, офигел, что ли? Вылезай давай из этой коротышки. Так это моя машина, ты мне ее сам подарил. Твоя, но она сломана. Ладно, сам будешь чинить ее. А я не умею чинить. Ну я не знаю, клеймомент дам тебе. Клеймомент? Ладно, мне скучно. Я хочу ехать в парк аттракционов. Поехали в парк аттракционов? Поехали в парк аттракционов. Я тогда на этой поеду, можно? О, нифига себе, давай ты по тротуару едь, а я по дороге. Ну я чуть-чуть по дороге. На мороженое. Ну ладно, поехали, все. Я поехал за тобой, дядя Дел. Сейчас догоню. Чумачать, я только припарковал машину. Твоя же машина, ты что, забыл, что ли? Это моя? О, нифига себе. Это не моя точно. А можно я погожу и на ней тогда? Нет, стой, иди, паркуйся тоже. Ладно, все. Оп, как ее отодвинуть-то? Она и так припаркована, мне кажется, хорошо. Ну типа того, поехали, вот они твои американские горки, которые ты хотел. Нифига себе. Ты прокатишь меня на всех аттракционах сегодня, что ли? На всех, посмотрим тут, потому что некоторые аттракционы очень опасны, а ты слишком коротышки. Подожди, я вижу первый аттракцион, покатай меня на спине, пожалуйста. Первый, вон тот. Нет, ты вот первый аттракцион мой. Чего? Можно я садись? Опа! Слышали? Нифига себе, коротышка. Дядя Дзел, все, повязали. Давай, ты мой рюкзак. Аккуратно. Тихо. Как тебе такое? Хорошо, так не маску укатил, я могу это обкакаться. Так, хот-доги, ты сосиски ешь? Я люблю сосиски. Да, или мороженое потом съем. Мороженое тоже, хочу мороженое. Так, что у нас есть? Первое, смотри, это что? Фотографию хочешь фотосессию снять? Нет, фотосессию не хочу. Я хочу это самое. Вот, видишь, первый аттракцион. Какой? Вот этот?
Да, вот посмотри. Это? Да, смотри, какой-то он... Сумасшедший, смотри, это для взрослых, это... Тут вообще какая-то пунктироваться можно. Так я взрослый, и все. Какой ты взрослый, ты забыл, ты умеешь, ты теперь мелкий карапуз. Ну, ладно, хорошо. Тебе точно сюда нельзя, это жесть. Отсюда, американские горки, вот, посиди на американские. Они не работают. Чего, американские? Да, ну-ка, дядь... а тут что? Ни хрена там спирали, да? Ты что, с ума зашел? Дядя Нет. Дел, ну пожалуйста. Это ну... точно не нельзя, ты тоже коротышка ну, слишком. Пожалуйста. Слишком опасно. Так, ты, я видел, как ты водишь Ламборгини свою вот эту новую, это ужас. Ну так, и что? Вот, хочешь обозрение, колесо обозрения? Мне кажется, что? Это самое безопасное. Это самое скучное, нет, да, не хочу. Да, ты посмотри, они с бортиками, тут выпасть вообще нереально. Просто сидишь и наслаждаешься. Это фигня какая-то, дядя Джилл, давайте лучше на американские горки. Это офигенная штука на самом деле. Полная. Вот, да, да. Она, видишь, останавливается, сейчас можно даже билеты купить. Ну, мистер, ну я мистер, тогда срежу. Можно билеты купить? Ладно, неинтересно. Да, пойду заберу, слушай. Ребенка, короче, да. Вот, все, Паша, я купил... Ты где? Дядя Дел! Купил билеты. Дядя Дел, я на аттракцион тут, это ты самое. Ты откуда залез. Орешь? Я открыл, дядя Дел, я ты тут. Где? Дядя, да дядя Дел, я сверху, посмотрите наверх, я сверху, идите ко мне, тут аттракцион такой крутой. Ты сумасшедший, ты куда залез? Я сказал, это опасно, я туда бесплатное мороженое, так ты договорился еще. Бесплатное мороженое? А как мне съесть? Я не знаю! Слышите, не знаю! Я не могу ничего сделать! Вертолет спасательный надо вызывать! Ты охренел, что ли? Ты сейчас разобьешь бошку себе! А можно я прыгну тогда? Я смогу! Обезьяна, Рубунтан, давай слезай туда! А что мне делать-то? Ну, ладно. Я не знаю! Я не дотянусь! Да дядя ржал, идите ко мне тогда, что вы это самое, секуете или что? Как ты поднялся туда? Я не знаю. Ну тут это ты скарабкался как-то. У меня иди пальцы сюда, хорошие. Давай дальше спускайся, как ты это и залезал. Дядя Джел, ловите меня тогда, я прыгаю. Стой, не прыгай. Я прыгаю, готовы? Раз, нет. Два, и прыгай. Батон. Фух, еле-еле поймал. Ты офигел, что ли? Скажи спасибо, что у меня мозг прокачался. Еле-еле коробку мечами подкинул. Нифига себе, блин. Спасибо, дядя. Давай, короче, пошли отсюда. У меня идея получше есть. В смысле, пошлите? А куда? Смотри, видишь озеро? Вон там гидроциклы, квадроциклы, лодки даже есть. На лодке катался когда-нибудь, нет? Нет, ни разу, я не помню. Катался ты, когда взрослым был. Катался, да? Короче, погнали прокатимся, может тебе понравится. Понравится, а? Как это, прыгать, да, тоже вот так вот? Нет! Ой, ты чё? Вообще безбашенный? Ой, блин, я из тебя упал тоже. Нога подвернулась. Давай, погнали, сейчас я лодку. Лодку возьму, вроде никого нету. Видишь? Специально гидроциклы, лодки. Это вообще-то, что мы берем лодку? Да, для аренды они стоят же специально. Нифига прикольно. Короче, можем прокатиться по волнам с ветерком, только главное её не раздубасить. Акулы? Акулы, ну, да. Они обычно далеко водятся, они по берегам не водятся. О, поехали к акулам, дядя Дел, пожалуйста. К акулам? Чё, тобой кормить будем их? Нет, я хочу посмотреть. Вот смотри, тут есть трамплины, видишь, специальные лодочные сделаны. Мы кого-то скинули, дядя Дел. Кого? Я никого не видел. Ну ладно, хорошо. А куда мы поедем? Хочешь сейчас прыгать по трамплинам? Смотри. По трамплинам? Можно с ветерком разогнаться и прямо на трамплине прыгать. Давай, дядя Дел, давайте, разгон. Давай, туда. Раз, ой, два, три. Разгон по максимуму, ловим волну, погнали. Видел? Ну что, нравится тебе? Я обкакался, дядя Дел, мне кажется. Обкакался? Аккуратнее, давай, лодка арендованная. Воняет. Вау, вонишь-то. Дядя Дел, подгузник поменяйте мне, пожалуйста. А ты все-таки купил их, да? Ну, нет, ну, я давай думал... сам, я-то взрослый, я ничего, я не дотянусь, мне нужна помощь. Ну, давай, я, как не знаю, найму кого-нибудь, кто подгузник меняет. Ну, тогда давайте на берег, я обкакался, давайте быстрее. Еду, все, да. Воняет, а то сейчас засохнет, все ужасно будет, поехали. Ой, в новых, кстати, подгузниках хорошо, так и не воняет, свежий, конечно. Да, отлично, поехали, сейчас приехали домой уже. О, да, реально? Блин, да, реально, паркуемся. Дядя Дел, а что мы будем раздолбали делать? Раздолбали все. Сейчас, так, что? Давай посмотрим, по времени у нас... Так, сколько? Сколько? Сколько 5 сейчас? Часов уже, 5 часов вечера. 5 часов? Ну, так, да, а что мы будем делать? Давайте поедем, ну, к акулам. Смотри, нет, какой акулы, поехали домой. Пошли домой. Смотри, домой. Короче, план такой, 5 так часов, я иду работать, ты идешь, что делать? Правильно, что? Спать. В смысле, какой спать, дядя Дел? Не маленький, спать надо больше, понял? Пошли домой. В смысле, не пойду я домой спать, не буду я спать, нет, все. Дядя Дел, идите сами домой, я не пойду домой. Ты офигел? Иди сюда. В смысле, не пойду я домой. Иди сюда, пошли домой. Я хочу веселиться, поехали, купите мне. Тебе надо спать, иди домой. Да, в смысле, спать, поехали в другую, это парк аттракционов. Нет,
нет, нет. Ну, я не буду спать, все, хорошо, иди спать. Я не буду спать, все, я буду. Спать. Я хочу веселиться, дядя Джил, я хочу веселиться. Ну, тогда на улице останешься ночевать, ты понял? В смысле, на улице нет, не хочу, все, хорошо, я пойду спать. Давай, господи, на улице это плохо, на улице холодно. Ужасно, там волки водятся. Может, дядя Джил, а можно с огнем поиграть, пожалуйста, что-то там плита? Сумасшедший, какая плита? Ну, она может... не работает, я сейчас газ отключу. Иди давай вон в кровать свою. Быстро! А можно телевизор, мультик там посмотреть, пожалуйста? Там. 5 часов, и тут спать, малыша, пора, блин, понял? Ладно, ладно, давай, все, спокойной ночи, малыш, я включу тебя. Все, иду спать. Все, ребята, он ушел. Блин, капец, вот дядя Джил, он, конечно, хороший дядя, но он строгий. 5 часов вечера, блин, меня заставляет спать. Так, а если я возьму... и уйду аккуратненько, так, аккуратно, так, главное, чтобы он не услышал, так, аккуратненько, так, все, уходим, ребята, быстрее уходим, нафиг, так, тихонько, выходим, ребята, я сейчас возьму это BMW... Здорово! Как, смысл? Ты что делаешь, давай спать! Смысл, я за BMW... свои пришел. Какой БМВ, по пескам и голос слышно отовсюду. Давай быстро в кровать. Я понял, что ты хочешь замышлять. Блин, ну, я сейчас буду плакать. Давай, иди. Блин, ребята, мне придется спать. Мистер Подгузник, просыпайся! Леха, ты чё вам... Не понял, ты чё тут делаешь? Блин, отстань от меня! А где мелкий? Какой мелкий, блин, Леха, я сплю, где мелкий? Чё тебе надо, блин? Ой. Какой мелкий, что ты делаешь вообще? Ты был мелким, Флейзина, мистер! Да, ты же маленьким был, коротышки, ты что? Коротышкой? Где моя одежда? Где твои суперспособности, а? Где мои... Стоп, это что за фигня, я что-то не понял. Стоп, что вообще было? Я выпил напиток, лёг спать. Что было? Я хотел уже тебе YouTube-канал детский создавать, мистер Флейзи, распаковка киндер-сюрпризов. В смысле, как... Так. А ты видишь, все планы нарушил, что вырос зачем-то. Ты как вырос? Я не знаю, как я вырос. Стоп, что это за фигня? Это, походу, 24 часа действует. Ты напиток пил, помнишь? Ну, помню, я пошел спать, и дальше и я... И все, ты все сутки, целый день был коротышкой мелким. Реально я был... Вот таким ростом, да. Я был малышом. Вообще кренелем. А ты это снял? Да, ты снял это? Подгузники. Я все снимал. Подгузники даже покупали тебе. В смысле? Заходил в подгузника. А чем воняет? Подожди. Я понял, чем воняет. Я чем прятался? Капец. Год мне... Я вот тут постою, иди переодевайся. Короче, ребята... Я не знаю, что за фигня произошла, вы сами все видели. Ребята, на этом ролик подходит к концу. С вами был, как обычно, Паша Флейсин, Леха Джел. Подписываемся на Леху, ссылка будет на него в описании. А я, ребята, пошел, блин, мыться.